Об итогах года минувшего и задачах на будущее говорилось сегодня и на встрече правительства с профсоюзами. Было отмечено, что несмотря на выполнение большей части положений соглашения о совместных действиях, это не привело к положительным изменениям в социально-экономической ситуации в республике. На сегодняшний день я должен констатировать, что финансовое положение республики, оно находится в катастрофическом положении. Решено составить новое соглашение на будущий год и начать работу над созданием Союза работодателей Карелии, а также принято обращение к президенту России, в котором в частности сказано: «Господин президент, вы оказались неспособны восстановить социальный мир и согласие, обеспечить стабильность в обществе. Ваши обещания народу не выполнены, и вы должны уйти с поста президента Российской Федерации». Конец цитаты.